Желаю тебе всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, любви, огромной жизненной энергии, удачи во всем. Мы часто вручаем в соответствии с законодательством ключи, но ты просто молодец. Ксения действительно молодец. Несмотря на то, что в раннем возрасте она лишилась родителей, в жизни не потерялась. В свои 18 она уже студентка второго курса Московского регионального социально-экономического института. И, по словам бабушки, это ее уже вторая специальность. Она сначала на дизайнера поступила, потом вот подружки у нее на юриста. И вообще у нее пятерки там. И я пошла в техникум, спросила, говорят, что очень хорошо у нее там прям. Вот. Ну, перешла на юриста. Ксения сегодня учебу прогуляла. В порядке исключения не каждый же день получает человек квартиру. Вместе с ней смотреть новое жилье отправилась и наша съемочная группа. И вот поворот ключа, и мы у Ксении в гостях. В 32-метровой студии слов у нее в прямом смысле нет. Ксения. На выручку приходит бабушка. Она, как и все бабушки, мудра и прагматична. Надо покупать мебель. Правда, конечно, может быть, сейчас жить-то ей тоже. Она еще все-таки второй курс. И так. Но уже есть квартира. Вот будем потихонечку мебель покупать. С мебелью, кстати, тоже поможет администрация. Компенсирует затраты на обстановку в размере 50 тысяч рублей. Однако квартиру в собственность пока не отдаст. Дети получают квартиру по договору специализированного найма и 5 лет проживают, и ничего с ней не могут сделать. То есть их не могут ни какие-то там приемные родители или еще кто-то обмануть, либо люди со стороны. Вот, и они только через 5 лет, мы с ними заключим договор социального найма, и они уже, им будет 23 года. Они уже будут осознанно идти на тот шаг, что ее приватизировать и, ну, в дальнейшем что-то с ней делать. В этом году в Ленинском районе вручат ключи от новых квартир еще 2 детям, оставшимся без родителей. Их истории мы обязательно расскажем. Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.